А кризис, вирус, телевизор уже не включаю, не смотрю. Открываю YouTube, вирус 20, вирус 21, голова идет кругом. Думаю, просто уже, наверное, наше общество будет жить постоянно в каком-то вирусно-кризисном перманентном состоянии. Что делать? А что делать? Вот плачут предприниматели малого и среднего бизнеса, потому что почти большинство из них остались за бортом. Аренда, чтобы об этом говорить уже, наверное, все 100 раз, помимо меня, сказано, пересказано. Ну, просто все понимают то, что предлагает наше правительство, это на 70% одноговорильно, и выкарабкиваться им придется самим. Что делать? На сегодняшний день я вижу перспективу развития системного бизнеса, но не бегите, лишь бы куда. Грамотно выбирайте компанию. Компания должна быть легальна. Обязательно должно быть наличие продукта, и продукт должен себя зарекомендовать, то есть с него получать результат. Немаловажно еще играет роль и маркетинг-план. Такой план, с которого можете зарабатывать в первый месяц. Ну и, конечно, поэтапная, пошаговая система обучения. Потому что порой приходят люди, они не знают, как оформить свой контент, как настроить рекламу, как писать посты, как просто выкладывать фотографии. Разный возрастной ценз. И когда есть поэтапная, пошаговая система обучения, то это начинает приносить результат уже на второй месяц. Знаете, знаю одно, что когда есть система, результат не заставит себя ждать. Поэтому выбирайте грамотно компанию. Если вам интересно узнать об этом бизнесе, то пишите в директ. Хочу консультации, и я с вами пообщаюсь и расскажу вам более глубоко и детально. Ну и не забудьте поставить лайк.